веры православия. Петр I, продолжая дело своего отца, видоизменил флаг, определив на нем порядок горизонтальных полос. Царь велел относить этот флаг и ко всем бывшим царям московским. Флаг царя московского использовался в 1693 году во время путешествия Петра I. В настоящее время оригинал этого флага хранится в Центральном военно-морском музее. На нем изображен триколор и герб России 17 века. Продолжаем нашу небольшую презентацию и знакомство. Итак, в 1710 году на военном флоте утвердился Андреевский флаг, изначально использовавшийся только в сухопутных войсках. Петр I сделал 8 эскизов этого флага. Описание последнего, 8-го проекта флага звучало так. Флаг белый. Поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он. Сегодня Андреевский флаг является флагом военно-морского флота Российской Федерации. Ура! 31 января 1705 года Петром I был издан указ, предписывающий на торговых всяких судах поднимать бело-синий-красный флаг. Царь сам начертил образец и определил порядок горизонтальных полос. Флаг из 3 полос стал использоваться в качестве морского флага России. Единый морской флаг, принятый Петром, фактически стал государственным флагом России. Можно в этот момент поаплодировать. Ура! 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 Однако надо сказать, друзья, что несмотря на широкую популярность триколора при Петре I и позже, официального статуса государственного флага он не получал весьма долго. Фактически Россия существовала без какого-либо официального государственного флага на протяжении правления нескольких императоров вплоть до 1858 года. Тогда при царствовании Александра II указом от 11 июня 1858 года был введен вот этот черно-желто-белый флаг гербовых цветов. Новый вид флага не пришелся по душе простому народу и воспринимался как сугубо казенный. К тому же новый флаг был очень похож на немецкий. Таким образом, Александр III вновь вернул бело-синий-красный триколор на пьедестал. И сегодня, дорогие друзья, мы отвечаем государственного флага, ура! Который выглядит именно флаг так. Российской Федерации сегодня, самый лучший в мире! Уже 350 лет. Ура! 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 Ну, а великая я напомню, что праздник, России на века. Который мы по этому поводу отмечаем, сравнительно молодой, ему на сегодняшний день четверть века. Итак, дамы и господа, это был наш краткий экскурс в историю. Ну, а сейчас, дамы и господа,